В одной деревне, что раскинулась под замком, родился мышонок по имени Десперо. Ух ты, он такой слабенький! А посмотрите на его уши! В мире мышей... Ученики готовы? Отлично! Можно жить правильно... и неправильно. Ты не испугался? Похоже на меч. Это, дружок, разделочный нож. Какой он красивый. Но Десперо все делает... Десперо, не надо! По-своему. Десперо, в мире есть столько чудесных вещей, которых стоит бояться. Надо только понять, какие они страшные. В мире, которым правит страх... Хотя бы на секундочку, попробуй стать храбрым! Что, это весело? Он исключение. О, нет! Ты крыса? Нет. Мышь? Я джентльмен. Нельзя разговаривать с людьми, они тебя в темницу бросят, а там тебя сожрут крысы! Приключения Десперо. Не испугался, не побоялся, не побежал. А вот еще. Рисовал в тетрадке кота. Не, кота. Как это возможно? К сожалению. И назвал его Пушистик. Какая ты необычная мышка. Спасибо. Скоро на экранах.